это баба-яга, да историческая старушка. А это ее избушка на курьих ножках. Ноги куриные, а бегает быстрее лошади. Все завидуют такой жилплощади. Лешенька! В лесу еще не было. Видите, всякие шастали царевичи. Девки по грибы лазили. Уж как я их пужал. Да, у нас сестрица Аленушка с братцем Иванушкой забредали. Вот-вот, ты еще Иванушку в печь хотела затолкать. Да это я шутейно, в печи даже огня не было. А у меня у прошлое лето девица в реке утопла. Сейчас в качестве русалки в Дальнем Омуте проживает. Красивая, за Налима замуж собирается. Ладно, хватит разговоры разговаривать. Надо решать, что с ребенком делать. Я ребенка заберу в свои роскошные, замечательные чертоги. Пусть с детских лет к роскоши привыкает. Это Кощей Бессмертный, мужчина бездетный, холостой, неженатый и при этом богатый. Здоровье у Кощея железное, да житье бесполезное. А потом я ему все свои несметные богатства передам, и он вместо меня станет Кощеем Бессмертным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ой, знаем мы эти последствия. Папа! Вот такой вот конец будет у нашего мальчика. Кто из вас этого хочет? Это не подходит. Так что Кощеев вариант усыновления не самый, мягко говоря, подходящий. Кикимора из семейства полевых кикимор. Рот ее почти вымер. Соломенные руки, соломенная голова. В общем, соломенная вдова. Другие предложения будут? А как же? Мы же всегда готовы взять в испытание мальчонки в свои руки. Леший, озорной старичок. Сам как шишка, нос как сучок. И еще такая везуха. Медведь наступил на ухо. Дровосеков ругает, да девок пугает. А кого ты из него воспитаешь? Интересно знать. Как кого? Конечно, лешего. Скоро мне на покой воспитаю рабочую династию леших. А что же это он у тебя будет делать-то, когда вырастет, а? Как чего, как чего? Обычную лешью работу. Здорово! Ты уж куда, здоровей!
до старости лет девок пугать. Уж лучше у меня в реке с русалками хороводы водить. Если я не ошибаюсь, мальчонка-то обделался. Совершенно справедливое заключение. Не знаю, у меня в дупле почти всегда так пахнет. А я в воде вообще никаких запахов не ощущаю. Точно, обделался. Фу ты, ну ты. Перепеленывать надо. Пошли в избушку. Ты моя милая, заждалась моя сладкая. Ой-ой-ой, как кучилась я по тебе. Ходили да ходили, да что-то нашли тут непонятное. Сейчас я тебя поберу, поцелую. Ты моя рыбонька, моя курочка. Какая ты у меня лошадушка. Но! Ты моя замечательная. Что такое? Что я не знаю? Стой да и стой. Стой уже. Вот. Это не мальчик? Девочка? О как! Вот это да! Очаровательная! Я даже русалок-то таких никогда не видел! Это точно! Это не ей девок пужать! Это от нее все парни в обморок шлепнутся! А чисто у тебя что-нибудь есть? Это мне упырь подарил, когда сватался. Ай, в молодости это было! Да сплыло. Вот так. Множество чудес и тайн на свете, но всего загадочный вопрос. Из какой капусты вырастают дети? Или это аист их принес? Или наш малыш с луны свалился и лежит на целый мир вопя? Нам важнее то, что он родился. Очень важно то, что ты родился. В общем, с днем рождения тебя. В общем, с днем рождения тебя. Чего это она? Есть должно быть хочет. Это практически наверняка. После пребывания на свежем воздухе дети обязательно хотят есть. Мясо ей что ли принести? Лучше рыбки! Сейчас сбегаю! Да вы что? Дети-то не мясо, ни рыбы-то не едят. А чего они едят? А чего они едят? Колдовать-то не разучилась, а? Да вроде нет. Хотя уж лет 200-то не колдовала. Значит так, Леший, Водяной, Кощей, мигом наружу. Выгоняет. Зачем? Там холодно. Никто вас и не выгоняет. Козу из снега лепить будете. Потом Баба-Яга ее колдовством своим непревзойденным оживит. Вот вам и молоко. Нам молока не надо. Молока не надо. Да не вам оно надо, а девочки, малые дети к молоку приспособлены. День рождения праздник самый лучший. Пусть у всех прибавилось забот. Без тебя нам было очень-очень скучно, а с тобою все наоборот. Жили мы уныло, глупо-вяло, дни свои бессмысленно гуля. Нам тебя, малыш, нам не хватало, нам тебя ужасно не хватало. В общем, с днем рождения тебя! В общем, с днем рождения тебя!
Где вы видели козу с восемью сосками, а? Это значит, чтобы молока было больше. Колдуй, главное, что вымя есть, а все остальное только к нему приложение. Себе возьму. Это водяной. Летом водяной, а зимой ледяной. Живет в омуте, как в отдельной комнате. Фигура жидкая, а натура прыткая. Глядишь, скоро у русалки с Налимом детеныш родится. Подругой девочки будет. Мир вам да любовь. А в приданое за своей дочкой я отдаю всю реку, впадающими в нее ручьями и бьющими ключами. Будьте счастливы, дети мои! Совсем обезумел? Она же человеческий ребенок. Она в реке захлебнется, а русалки получается только от несчастной любви. А она, наша маленькая, пока этих глупостей не знает. Все, жить она будет у меня. И буду я ей приемной бабкой. И звать ее буду бабка Ёшка. А когда вырастет, так она сама свою судьбу определит. Чего это она? Да блюдечко волшебное с голубой каемочкой прячет. Зачем? А чтоб беды не было. Это как же? Как-как? Девчонка-то выросла. Не ровен час до блюдечка доберется. Беда приключится. Змей Горыныч проснется.
Калинов мост из тумана возвернется. Ой, точно. Все что угодно может случиться, если в неумелые руки попадет. Так научи. Мала она еще, бабка-ежка. То мала, то велика. Лучше спрятать пока от греха подальше. И сама целее буду. Не дойди с неумелым да ненаученным рукам с блюдцем-то поиграть. Так, а почуриться-то? Ой, недолго. Подросла девчонка-то. До дна на 300 верст вокруг. Непорядок. Нужен ей приятель и друг. Филимон. А чего это ты здесь делаешь, Филимон? Ой, помирать собираюсь. Как так помирать? Ты же еще молодой. О, молодой. Ну? А выбора у меня все равно нет. Выбор всегда есть. Давай наркоз. Есть наркоз. Щепочку подмотай. Мохом, мохом проложи. Травки дай ему испить. Водички. Будет крылышко, как новенькая. Кощей, свети прямо. Осторожней. Не трогай, я сама. Ну все. Я лечу, лечу. Я бегу, бегу. Лечу. Это воробьиный сычек. Не самая большая из птичек. Но характер нахальный и голос звонкий перебудил весь лес на пару с девчонкой. Хорошо! Предлагаю совет круглого пня считать открытым. Выбираем председателя. У меня самоотвод. А я несознательный. И я лечу! Такие морарки. Кто за? Привет. Итак, повестка дня. Все вы знаете, что больше ждать нельзя. Совершенно справедливое замечание. Пора. Да уж, канун Ивана Купала. Слышали о празднике Ивана Купала? Значит, середина лета настала. Каждый растяпа в лесу знает, что папоротник расцветает. И мост Калинов уже дрожит. Я не дрожу. Огонь любви дрожит с тобой.
тогда поползет серая ночь. Со змеем-то мы управимся, а вот сможет ли она? Змей-то город лишь до загадок моста. На этом-то всегда и попадаться. А у нас может, я уверен. Мы ее правильно воспитали. Ёженька, послушай-ка. Дело у нас до тебя есть. Важное. Ночь сегодня особенная, сказочная. Ночь на Ивана купала. Идем мы охранять цвет папоротника, который распускается раз в 30 дней. Цветок этот особую силу имеет. Что загадаешь, то и исполнится. Потому и охотников до него. Нечисти всякой. Тьма тьмущая. Да только желание должно быть настоящее. Человеческое. Если загадаешь неправильно, то 30 лет все кувырком и покатится. Это что же? Это я должна загадать, что ли? Да, ты. Только ты. Ну все. А потому всем спать. Все у этой еги наоборот. Днем спит, а ночью встает. Если бы все вели себя так, был бы полный кавардак. Ночь предстоит ответственная. Ага, днем выспимся, а ночью дежур. Как правильно сказать.
спешишь ты по делам. Вокруг тебя цветы или снежинок, горы, небоскребы. Пусть это будет, понимаешь ты, и летом лето, и зимой сугробы. Что загадать? Как загадать? Какой вопрос нелегкий, но загадаю я, но не проходит дружбы наше счастье. Что загадать? Как загадать? Какой вопрос серьезный. Желаешь ты, как всем, кого ты очень любишь, надо. И чтоб не забывались детские мечты, и папа с мамой тоже были рядом. Что загадать? Как загадать? Какой вопрос нелегкий. Как правильно сказать? Что за разгильдяйство? Кошмар! Позор! Разве можно доверять детям волшебный прибор? Если не знать его принцип действия, могут произойти непоправимые последствия. Это что? Мы, что ли? Распиру. Смотри, смотри, это же мы! Точно, мы. Вот это да! Ничего себе! Зима! Емелюшка, отпусти меня, а я тебе еще пригору. К малым дедушкам мне сказала. А, значит, пригодишься. Ушицу сваргать, значит. Стой! Ты же должен ее отпустить. Ого, стал быть. Сейчас, значит. Неправильно! Это же все неправильно! Ты кто такой? Да! А вообще, ты кто такой? Так Емеля я, значит. Внук Иванушки дурачка. Понятненько. Вот, стало быть, дурачком был, а ты, значит, полный дурак. Ага, стал быть. Ой-ё. Обалдел, что ли? Отпусти щуку! Отпусти рыбу, кому говорят! Ты же отсюда! Отцынь! Ай-яй! Стой, вернися! Ау! Эй, ведро чуть не утопло! А где рыба? Спасибо. Ой. Тебе, Емелюшка, что отпустил меня к малым детушкам. Вот глупая силочка. За доброту твою даю тебе щучье веление. Нет, все неправильно.
что происходит-то? Нет, нет, не надо! Опять 25. Ну а ты-то кто будешь? Мы? И сколько же вас? Мы единственный и неповторимый. О, как. Опа. Ты кто такой? А ты кто такой? Мы младший царевич. Нет, это мы и младший царевич. Тоже мне царевич. Да. Не дали мы таких царевичей. Да ну вас всех! Опять все неправильно. Блюдце заветное силы мои точит. Все, хватит! Не надо больше! Опять! Это я, бабка Ёшка. И я, Филибушка. А ты кто? Я? Сальвей, разбойник, однако. Сижу, смешу, никого не пропущу. Соловей? Конечно. Сейчас я этому соловью покажу. Стой, Филимон, это же неправильный соловей. Ничего себе, соловей! Полетели, полетели, помоги! Денег не будет! Опа! Ай-яй-яй-яй, варьё кругом обобрали, всего ограбили! Отдай, отдай! Умираю. О, закругляемся, девочка. Смотри, что это? Это же Калинов мост. Thank you.
светает. Да рано же. Не ночь же еще. Кыш, я вам покажу. Кыш. Ау, ой. Ай, какое коварство! Возмущаюсь от клюва до перьев хвоста. Это он нарочно с головой расстался. Ой, чует мое сердце, неспроста. Спасибочки!
ж ты нас замечательные чертоги. Ладно, хватит разговоры разговаривать. Надо решать, что с ребенком делать. Уж лучше у меня в реке с русалками хороводы водить. Воспитаю рабочую династию леших. На змея. Пойдем. Калинов мост. Говорят, из калины. Страшнее на свете нету картины. Дорога через него опасна и непроста. Редкая птица долетит до середины Калинова моста. Мост не морает, путь ломает. Не входи. Не ходи, будь заката. Выходи, выхода нет. Филимон. Здесь я. Будь заката. Выхода нет. Выхода. Помнишь, сама говорила, помнишь, выход всегда есть! Покажу. Я вам покажу.
Я вам покажу. Так неужто я бы щуку-то обидел? Так не зверь же я, значит, какой. Я бы ее, голубушку, отпустил бы, знамо дело, к дедушкам. Погоди-ка, Филимон. Эй, Емеля! Чего? Ну-ка, Ивана дурака! А? Держи свою щуку! Да не обижай! И не убежу! Плыви! Да, да. Вот бы сейчас. Ай, по щучьему веленью, по твоему хотенью. Эх, как ты понимаешь. Где ж ты, моя Марь-царевна? Я красавец! Василиса! Не полюбит! Застрелюсь! Вот дела! Ох, и этого тоже жалко. Чего далеко ходить-то, однако? Вот оно! Страшно скупой и при этом тупой. Ему бы побольше золота да жемчужин, а волшебный цветок ему и даром не нужен. Идиот. О! Кто к нам пожаловал? Кого мы видим? Кого ты видишь? Кого мы видим? Кого я вижу? Чем обязаны? Давай, как договаривались. Хорошо. К тебе пришли. Жить теперь у тебя будем. Да. Как это? Бабушка умерла. Лес погиб. Озеро пересохло. А ты богатый? Я богатый? Я богатый. Клевета навек? Да у меня ничего нет. Да это наследство Горынычевое, да. От бабушки двоюродной, от братца сводного моего здесь ничего нет. А когда вот бутончика золотого? Вот он.
темно и скучно у тебя тут. Ого, скучно, скучно. Ого. У меня? У нас? Темно? Скучно? Да я самый веселый, самый умный, самый догадливый змей на свете! И загадки умеешь разгадывать, м? Да в этом деле лучше меня никого, никого нет! Спорим! На чё, скурим? На золотой бутончик. Идет? Идет! Годится? Загадывай! Отгадывай! Кому много, кому мало, а только никто никому не верит. Всяк сам по себе мерит. Что это? Кому много? Кому мало? А знаем! Богатство! А вот и нет. Это жизнь. Ерунда какая-то. Жизнь. Еще загадывай. Продолжаем. В огне не горит. В воде не тонет. Не тонет. И в земле не сгниет. Не сгниет. Знаю! Золото! Бриллианты! Денежки! Богатство! Нет! Нет? А что? Правда! Это правда! Да, нечестно! Да и слова такого не знаю! Твои проблемы! Ой. Третья загадка! Последняя! Без веревок, без цепей могу связывать людей. Людей! Да, людей! То есть людей? Это уж точно! Богатство! Что нет? Не богатство? А что же? Честное слово. Это честное слово. Что? Меня хватит! Кишочки! Загадочки! Баста! Теперь по моим правилам играть будешь! Угадаешь, бутончик твой? Ну, ну, смелее, ну. Здесь. 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 Проиграла, проиграла, бутончик. Украл. Нифига себе, духовочка! Держи его! Ну да, денется, развиваем скоростя. Где там девка прицепилась, а пускай проветрится. Скоростя развиваем. А так, вижу, ты видишь? Я вижу. Ты будешь жевать, а я буду кусать, а я буду есть. Я буду есть его. Цепка! Цепка! Ой, цепка подвела. Аккуратненько цепочку положим. Дожидайся.
полетели! Ух ты! Вот тебе хозяин у меня! Ты гляди, Новый год, ёлок сколько! Ура! Как наплыли! Лешенька! Бежи, бежи! Мой волшебный леш, супротив змея, долго не продержится! Кощею в перстень бросай! Опять повыше! Опять! Всё повыше! Ну! Опа! Ой, коленка! Коленка! Кощей! Приветствую всех! Против огня только одно средство есть. Водяной. Мы с Кикиморой не спасемся. Кого я люблю, будут живы и здоровы. Пусть живет лес. Пусть всегда будут люди, нелюдь, звери, птицы, рыбы и мама с папой.
Кукушка-избушка, встань к лесу носиком, ко мне хвостиком. Каравай, каравай, тростник жизни который близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, лети на небеса, я видел чудеса. Конец начала оберни своим вращением в научное купало. Начинаем превращение. Только тот, кто смел и сердцем чист.
больше красоты и доброты. Только бы поверить в чудо этой ночью на купола. Если верить очень сильно, то сбываются мечты. Только ночью на купола виден свет далеких истин, и становится волшебным даже прошлогодний лист. Исполняю все желания эти маленькие искры, но найти их может быть